ну, как у тебя получается, не знаю. Сделай вот так, чтобы тут лужа была, и бот стоял где-то вот здесь следующий. Чтобы здесь было сзади пространство. Делай вот так постоянно, понял? Типа вот чуть-чуть сзади оставляй пространство для миликов, типа. Понял? Чтобы они условно у стены бьют, появилась дымка, они вправо бежали все. Они постоянно били либо в лицо, либо сбоку. Я понял, от лужи просто метра 4 еще дать. Да, да, да. А вот охуев уже иногда видно, блядь, за этой стены, блядь. У меня нет МКшки. Вон, ты си, вон, ты си шори. Блядь, у меня на контрол разговор. Знаешь, как сложно на этом боте, блядь, лишнюю... Либо кто-нибудь из миликов, я не увижу, блядь, корейте, блядь, чтоб пару шагов ну, сделать. Ну опять стройтесь, короче, я чуть-чуть дальний займу. Силы берите ближе себе, короче, вот, центр, типа, забирайте себе там решеточку, чтобы постоянно на месте не двигались. Если у вас зеленый пойдет, вы там либо идете вперед, либо ну назад. Смотрите по ситуации, где находится дымка. Ну, блядь, ты тут кнопку нажал. Кого не лагает? Неру, неру, неру. От всех. Скоро дымка, приготовьтесь, смотрите внимательно. Именно гейзер, который взрывает. Либо мелизона, либо... Наверное, мелизона. Я вылетел, короче. После потрясающей будет каст ебаный, который сбивает там этот. Не кастуйте, бейте, все дальше. Обижались? Он в отрелю. Да. Зеленый при... на лезвие будет у нас дымка, смотрите, не проебитесь. То бишь, где вы будете стоять, появится гейзер на лезвие. Смотрим внимательно. Перебежали, гейзер сразу, смотрите, зеленые. Сейчас проебался. Кстати, в прошлый раз без Геры били, да, вначале? Гера, Зера. Половина была Гера, потому что они сдохли, а некоторые нет. Гера. Поняли, Саня не орет, блядь, расслабился. Еще да, можно такую я помощь, вот, знаешь? Ну, он персонаж же, скажем так, играет. Калич просто. Такую помощь да, и можно организовать, если вдруг какие-то люди не понимают, как лучи работают, поставьте условно на РДД на человека, чтобы все смотрели, вот на Сане, допустим, квадрация, и на мелизону тоже на какого-то человека, который понимает, как с луча выбежать, и чтобы все смотрели, как он делает, и так же делали. Потому что кто-то может лучи... Все выбегали. Сейчас не на меня поставь, а мне даже минус дай 500, потому что сейчас свайт мой. Короче, смотрите, еще одна просьба, вот, это касается РДД зоны, смотрите, просто, пример, ну, чтобы все понимали, те, кто не шарит, тут просто постойте, условно, два ряда, типа, поняли, вот, не знаю, чтобы более-менее. И условно, короче, получается, вот, вы стоите в два ряда, типа, вот, задний ряд бежит назад к стенке, на, типа, на лезвиях и гейзерах, а передний ряд бежит вперед на, ну, на лезвиях и гейзерах. Чтобы не умирали тупо, блядь, и все. Да я сейчас всех вайпнул, говорю. Хуёво этот следил, блядь. Минус, поэтому дайте мне. Короче, я виноват. Уже дали, ты не переживай. За этим мы сидим. Так а шо, я никогда не укрываю, когда я виноват. А зря. Это вы пытаетесь, блядь, что-то где-то схалтурить, блядь. Все. А, Саня, тебе ФСБ, да? Блядь. Ну не босс, ну пиздец, блядь. Сейчас повесит метки хуёво. Не зеленую повесил, а как я вообще могу? Ну, Саня, выходи, 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 быстрее, выходите. Что там лишний раз. Просто выходите. У тебя конфликт с словами, смотри. Только мы сейчас, да, сейчас сдохнем все. Как сдохнем, как сдохнем. Давай, красота. Сука. Мы сильные выжили. Смотри, щит одел сразу, блядь. Тучка спасает. Как раз рыбка осталась.
Бля. Это самая идеальная, кстати, экономия рыбы, блядь, которую я видел. Сейчас ее затыкаю. Так уже тыкали, да? Не за пульте босса только. Короче, давай еще добавим. Очень так, вот блок, он прям шарит, вот смотрите на него, вот можете, кто прям охуенно шарит, выходите из дымки и портала, можете прям в нем стоять. Типа у кого есть телепорты и так далее, лок и хуёк и вот вся эта, весь сброд. Весь сброд. Скобил, блин. А кто спулил? Не знаю. Элгор. А рыба, где рыба? Не рыба. Пропала. Все, не поел. Не поел. А, значит, подожди, подожди, подожди. А как оно пропало, рыба, блядь, была же. Вот просто. 25, 25, уже 50. Бабки лапу дайте. Пиздюки. Да, баф рыбы пропал. Блядь. Бля, нахуя вы бьете РДДшник? Истерию. Держи. Блять, что за хуйня? Ну, понимаю, типа второй ряд бежит вперед, и задний ряд бежит назад. Это касается гейзеров. И типа всем еще. Блять, у меня, короче, какая-то хуйня, я тупо вишу. Андрюха. Могу вайпнуть, типа, всех на лыжах. Я не бью, даже бить не могу. Бегитесь. А все молчи, Андрей, сказали. Ну, ёпта мать. Фиолетовый сейчас дымка будет вместе с лезвием вам. Смотрите, не умрите. Лезвие, готовились. Стоим, смотрим, короче, на краешке стали, перебежали. Да, блядь, где этот фидерс? Тихо. Димка сейчас будет зеленый выбежит. Что? Обратно. После сначала еще каста будет эта хуйня, смотрите, аккуратно. Не проебитесь. Стоп, каст. Куда вы, блядь, ее уводите? Нахуй я так ну, далеко? Ты сильно далеко увел, вообще очень сильно. Хуёво видно. Так, РДДшники, хилам исключительно. Сбежаться надо, сбежаться. Ну не в метке. А лыбами там, нахуя вы сошлись, там сейчас съебальники, съебать. Там две метки. Лезвие приготовили. Прибежали. Ярик, похуя ты так повел, блять, я полбоя пробегал, блять. 10 отвлечений. Прям получил. Сильно далеко отводишь. Реш, не видно, блять, сколько метров я отвел его. Да все, падает нахуй. 19 миллионов в районе нет. Да попробуем. Да че вы не убьете уже стопудово. Падает, там... не, падает. А че вы хотите, Андрей, чтобы Андрей танчил, типа, а я шупошник будет с нами стоять, и башню. Да, кстати. А, кстати, как Варик, я же чуть не подумал, что он уже, блядь, Андрюха. А пока все равно ебало в пол лежит всегда. Ну так есть вариант не лежать, ебало в пол поучиться. Да все и так знаю, но, блядь, все равно проебываю иногда. У меня он тоже сложно играть, потому что поменял класс, блядь. Лежу за ротацией, не привык. Не знаю, ноут перезагружу, не знаю, успею, не успею. Какая-то хуйня началась, два босса было все заебись, и резко такие, ну просто стою на одном месте, блядь. Я
могу не успеть так. Окей, давай, я Абирана доберу. Саша, может быть, не класс сменил, а специализацию? Специализацию. От костей мне просто пасить, чем отсюда. Хотя одно и то же, блядь, что кости попут, блядь. Все, Рянчи и этот. А, подожди, Рянчи остается. Кого я там сменил? А, да, все правильно. Уфолок добавится и Биран в миликов. Рянчи и Войт в РДВ-зону. Ура. Можете не благодарить меня. Поставьте в шкаф, пожалуйста. Спасибо. Где рыба? Ничего не ставил, видишь, Биран. Ты про что стреля? Славность. Слава, ты себе снял просто. Ты себе снял, да. А кому надо было? Сумку вроде. Кому-кому еще раз? Ну, Саня просил ЕП снять. Я ему давно уже снял. Кому снять? Мне сняли уже. Еще снимать. А, ты потом снимешь. Он мне в ПМ пишет, еще снимите. Да, а, тебе. Ну ладно тогда. Принимаю. Да. Ребята, РДД, не начинайте, пожалуйста, стрелять в раньше времени. Дайте, как там заберет, идет и ебаш сегодня. Ело, блядь, трясет. Ну, ай, блядь, ну. Я стоял на месте. Да это не ты там что-то сказал, ай, блядь, значит, то он. Это не я, блядь, если шо. Наоборот, говорит. Ну я тут нихуя не вижу, рейты там сами, нахуй. Я не смогу, давай пятилок. Нет, тут это, блядь, ротация его всем делом. Сейчас будет дымка, приготовьтесь. Зеленый там или фиолетовый. Там зеленых, походу. Фиолетовый. Дымка фиолетовая. Потрясающий. Лужа. В пивелка зайдите. Еще числа ночных. Я блинканулся под конец. На поездах зеленая будет. Блять, просто лечение. На поездах зеленые гейзеры будут. Смотрите. Подыщите себе место, куда убегать будете. Потрясающе. Я под хильте между лужами стою. Андрей, разверни босса и сори лужу там, где ты срал в ту сторону. Смотри, чтобы тебе было пространство убежать. Если там не сильно много стаков, то лужу убегай похуй. Гейзер. Дымка фиолетовая. Далеко бежать. Потрясающе. Сейчас будет это. Лужа, смотрите, аккуратно. Блять, не успел. Представишь. Кого горно. Чё, скид поезда? Смотрите. Лезвие, прибежали. На хилы вообще есть? Есть. Что еще дальше отводи, так же разворачивай. И в эту сторону слил уже.
Я могу, в принципе, встать, оббежать от рейда и посмотреть, что мне словлю или нет какой. Да там оно ловится рандомно и меняется, там лучше не надо. Пусть пробует добивать. Окей. Шнурки. Лучше. Давай лучше мы БР отдадим по дамажечке. Не надо, не надо. Нет, БР. Подожди. Это херня, оно выкидает, поменяет постоянно. Да давай. У нас хватает ДПСеров, может. Сказать или нет? Говорю, дайте БР, но не вставайте, встанете, когда если останется где-то 1%, 2, поможете добить. Короче, если достаешь до кого-то тщеславности, дай по Марцезу, кто там еще может дать. Самый закинь. Я обстрел. Не вставай только. В Сову зайдите, в Сову. Встанешь, и прокиньте если... нас. Нет, такое надо было продать все. Не прохиливай. Встанешь только Никита после этого. Или кому там дали? Марут еще. Марух еще не. Тогда без. Так, БР не дали, понятно. Ну тогда лежи просто. Милики. Не убивайте. Андрюк, чуть вперед. Сейчас. Сотрясающе. Я лужу скинул. А там хуёво шнурки разлил, лужу прям хуёво. Ты, в принципе, можешь туда в угол уйти, РДД в центр. Гофтан. Метки продавайте сейчас уже все. Андрюк, вперед немного. В угол. Милик бить не могут. Я сюда наоборот положу, у вас на милика уже нету нахуй. Типа. Ну я есть. Прыгни за спину. Лезвие. Потрясающе. Милики, подойдите. А, похуй. Сейчас вам подведут уже. Дымка зеленая. ДСшнику близко не подходите, чтобы не словить. Продавать. Супал. Пол яс. Дайте Мерседес. По 250 Марухи, Челгом, Скибиди. Это три конфликта было. О, на катал. Ярик забрал? Ярик забрал, что? Та, ну поборюсь, конечно. Ну чё тебя там за пояс кота, блядь? Это должно там за пояс кота, нахуй. Заебали. Умрёте, блядь, по КД, кота, какой вам кот, нахуй? А, блядь, ебать. Какой нахуй ватный пояс коту, блядь? Глубокий рад, ебать. Я даже брать его не буду. Ну, варовский. Ну, с вары пусть забирает, а, блядь. Нахуй он мне надо. О, это мне надо пояс. Поживет. Да, да, да. Когда я увижу ебаные чарки на медведя, это пиздец, нахуй убиться хочется. А есть на медведя? Ну, на вару, пуха такая. А блядь, сейчас мы, да, куда идем? Мини-шемка, блядь. В РС-ку? Может быть. Подождите, на УЕП отними дексу за этого. За двух боссов. Это сколько? 700. А что ему отнимать? У нас в радио его не было, что ему вообще давать, не понять. Нахуй такой дырку ставить? Ну, можно вообще, в принципе. Всем! Да. Всем! Так что делать еще раз? Куда он не... Отдыхать пойдем. Отнимай 1050. Он пришел вот только сейчас плюс ему. На том, когда... Бойник выиграл. На том КД нам дали 300 ЕП, тут 1000, блядь, иди. Потому что на том КД, блядь, такой пиздец происходил, вообще типа не надо было никому давать, блядь. Ну, кто выиграл разбойника? Кто разбойника выиграл? Ибиди. Все. Я же не скин. Теперь шмотки ЕПшим. Ну, на кота, котик. Давай первый. Это ложь. Что, Сань, пойдем в Майк закроем?
А кто там шмотки никому не надо? Выйди.